Всем привет! Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что археологи — это, по сути, грабители могил? Вот мне, до того, как я прочитала рассказ Хагрида «Суд фараонов», вообще даже мысль мимо не пролетала, не говоря уже о том, чтобы сесть в голове и там пустить свои корни. Но после того, как я прочитала в свое время этот рассказ, корни были пущены, я много об этом думала. Сюжет очень прям замечательный. Дело в том, что я свято верю в реинкарнацию, а тут как раз англичанин совершенно случайно заходит в музей, видит изображение египетской девушки, влюбляется в нее, скажем так, и начинает интересоваться Древним Египтом. Читая всю на эту тему, в конце концов не выдерживает и уезжает туда на раскопки. И, в общем, так выходит, что он попадает на суд фараонов, где те негодуют по поводу грабителей могил, по поводу того, что мумии выставляют на всеобщее обозрение. И там выясняются многие такие любопытные вещи про этого самого англичанина. И, конечно, не обходится без романтичной линии, у Хагрида без этого никуда. Смотрите, как он красиво, не слушайте, как он красиво написал. «Боги меняют свои царства и свои имена. Люди живут и умирают, и оживают, чтобы снова умереть. Царства могут пасть, и правители их превратятся в забытый прах. Но истинная любовь бессмертна, как бессмертная душа, в которой она зародилась». Красиво, не правда ли? Обязательно почитайте этот рассказ. Много времени он у вас не займет, так как небольшой по сути своей. Вот, надеюсь, вам понравится. Всем пока!